Сегодня делегация Приднестровья во главе с президентом отправится в баварский город Ландсхуд. Там примет участие в ежегодной конференции, посвященной мерам по укреплению доверия. В рамках конференции планируется обсудить вопросы по активизации социально-экономического взаимодействия сторон, снятие искусственных барьеров для формирования необходимой экономической среды развития и практические шаги для продвижения работы экспертных групп по таким направлениям, как экономика, торговля, свобода передвижения и экология. Организаторами конференции предусмотрен ряд общих рабочих встреч с руководителями делегаций, а также участниками в формате 5+2.